Медленно умирает тот, кто не путешествует, кто не читает, кто не слышит музыки, кто не может найти гармонию в себе. Медленно умирает тот, кто разрушает свою веру в себя, кто не позволяет себе помогать. Медленно умирает тот, кто уничтожает саму любовь и проживает свои дни с постоянными жалобами о невезении или непрекращающемся дожде. Умирает медленно тот, кто бросает свои планы, еще даже не начав их, кто не задает вопросы об аргументах ему неизвестных, и кто не отвечает, когда его спрашивают о том, что он знает. Медленно умирает тот, кто становится рабом привычки, выполняя каждый день один и тот же маршрут, кто не меняет направление, кто не рискует менять цвета одежды, кто не разговаривает с незнакомцами. Медленно умирает тот, кто избегает страстей, а зевок могут заменить на улыбку, кто предпочитает черным по белому и точки над буквой «Ай», вместо того, чтобы быть вместе с эмоциями, именно теми, которые делают глаза лучистыми, которые могут заставить сердце стучать и от ошибки, и от чувств. Медленно умирает тот, кто не переворачивает столы, тот, кто не отбивает удары судьбы, когда он несчастлив в работе или в любви, тот, кто не рискует тем, что есть, ради того неизвестного, что может быть, если идти за мечтой, кто не позволяет себе хотя бы раз в жизни убежать от благоразумных советов. Постараемся же избежать смерти маленькими дозами, помня всегда о том, что быть живым требует большого долгого усилия, простого действия дышать. Живи сегодня! Рискни сегодня! Сделай это сегодня! Не смей умирать медленно! Не запрещай себе быть счастливым! Постараемся же избежать смерти маленькими дозами, помня всегда о том, чтобы быть живым требует большого долгого усилия, простого действия – дышать. Живи сегодня! Рискни сегодня! Сделай это сегодня! Не смей умирать медленно! Не запрещай себе быть счастливым! Вы прослушали и познакомились с произведением чилийского поэта Пабло Неруда, жившего в 1904-1973 годах, о медленной смерти, пока мы живем.